Расскажите, пожалуйста, про эзотерический смысл, принцип действия мантры. Мы читаем, а что мы слушаем. Оба варианта работают одинаково, ничего подобного. Когда вы читаете мантры, то эти мантры работают где-то так. Они работают как ветер, который чуть-чуть дует от вентилятора. Когда вы слушаете шумы, ситхи саунд, то это вы подошли к морю, и с него осенью дует жуткий сильный ветер, который вас сдувает. Когда вы начинаете читать заклинания или используете коды, когда вы начинаете дышать, это как вы летите на самолете на высоте 6000 метров. После этого вас попросили вылезти на крыло и там стоять. То есть у вас ветер есть там, наверное, не только ветер, а совсем все сдувает. А когда вы слушаете шумы, сделанные как коды второй потенции, или коды такие продвинутые, вот, которые я буду завтра с вами отрабатывать во время вот этого сангая, это как бы коды уже второго уровня, то это как уже, не знаю, выйти в космосе и после этого чувствовать, как дышит планета Земля и так далее. То есть это уже совершенно иные, совершенно другая эзотерика. А мантры — это всего лишь просто воздух от вентилятора. То есть выключился вентилятор, нет воздуха. Включили, есть воздух. Вроде и жарко, и под вентилятором не жарко. Пока вентилятор работает, воздух есть. Как только вентилятор, мантру перестали слушать, вентилятор погасили, мантры дают облегчение, конец. То есть они не дают изменения яркого, они дают мягкое облегчение жизни. Мантры работают так. Если каждый день читать мантру по 108 раз, то тогда ваша жизнь поменяется и начнется идти это изменение спустя минимальное количество времени, 300 дней или 300, да, 1 год. Получается вот то, что вы 129 плюс 129, получается 278, да? 258. Что я насчитал, да? Это зависит от того, я вам должен или мне, да? Естественно, в случае, если вот есть цикл времени, вот цикл времени, он звучит так: 258 дней, через 258 дней та мантра, которую вы читаете сегодня, будет с вами работать максимально. То есть вы почитали мантру Манипхадры, засеките или поставьте ее максимальное действие на карте или на календаре, это будет через 258 дней. После этого читали сегодня мантру Манипхадры, денег нет. Потом 258 дней прошло, вы уставшие, после ангины пришли в магазин, у вас огромное количество продаж. Вы говорите, ну что ж такое? Что ж повлияло? Может, луна хорошо повлияла? Нет, это вы когда-то читали мантру Манипхадры.